Привет, ребята, с вами я, Иванушка. Сегодня мы будем играть в страшную хоррор-карту с моим другом Олегом Кефиром. Здоровайся. Здравствуйте, Да-да-да. я Кефир. Короче, предыстория такая. Босс поручил мне дело, нам дело. Забрать сейф из заброшенного здания. Он сказал, чтобы что забрал бы его сам. Да вот, однако, он что-то увидел в темноте. Это его напугало, и он уехал. Мне необходимо просто забрать сейф и уехать больше... уехать. И больше ничего. Ля, почему факел у меня нет? Пожалуйста, дай еще. Скопируй с помощью трического. Это моя одна зажигалка, и это предусмотрено правилами. Да блин, Олег, я боюсь. Я хочу тоже с факелом. О, у меня бумажка валяется. Я нашел вырванный кусок бумаги. Ну, подожди. Вот все время сейчас не понимаю, что почитать. За инвалид какой-то. Посвети мне, пожалуйста. Угу. Мне кажется, или за мной что-то следит в темноте. Я не могу нормально спать. Есть. А другим сотрудникам будто вообще плевать. Мне кажется, мне пора на пенсию. Или сходить к психологу. 32 года работы, тебе знать. Понятно. Ладно, тебя вернуть или что? Блин, вот этот вот скример бесит. Давай же. Важно, блин. Олег, держи факел все мне. Продается. Звонить по номеру. 8-800. Буквы стерлись, но еще можно разобрать, что это здание хотели продать. Похоже, никто так и не купил. Растут и висит этот знак. Удается. Звонить по номеру. 8-800-5-5-5-3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 -
Пойдем осмотримся. Мне кажется, мы тут несколько раз обосрались. Давай, 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 на. Так, нет, угу, Олег, не пойдем, я знаю, вот где. Говорю, вон там, идем туда, туда идем. Туда идем. Только вот самое интересное будет здание, я этого боюсь просто, то что я один раз пытался пройти, это вообще пипец. Ее простота, вот это вот скримера, когда ты не видишь. О, я ягоды ем. Ты просто, ты как по ягодам, у которых есть это, ну как ягоды уже выросли. Блин, Олег, мне страшно, когда нет факела. Хватит, хватит. У меня зажигалка. Ну, смотри, видишь, свет горит? Там в окне кто-то пробежал. Я не видел. Я видел только, что свет погас. Мама, я сейчас... Так, пойдем, короче, куда-нибудь. Вот видишь, как мне страшно. Поэтому я и позвал тебя, чтобы пойдем. С тобой записать. Вот, подожди, пойдем. Фух, у меня так сильно сердечко бьется. Понимаете, мой друг уже с такое проходил, а я нет. Закончим. Хватит меня бить. Вам закончим, я скажу. Быстрей. Идем, идем. Идем. Тут должна быть дырка в стене. Вот, видишь? Вот дырочка. Нашел. Сюда, я сюда вот заходил тогда. Ну, я вот самое... Да блин, вот все время бесит, когда надо проходить. Нашел мясо. Олег, идем дальше. Бери факел. Нашел мясо. Вот я и здесь. Нет, Олег, в другом месте это туалет, походу. Вон туда идем. Смотри, тут надо... топор, тут топор. Кровавленный. Олег, не надо убирать факел. Свет горит. Меня вот пугает, когда в этом здании горит свет. Олег. Давай! Это кабинет. На! На! Ну вот интересно, кто закрыл дверь? Все, бежим быстрее. Где будет сейчас появляться надпись все время, типа, бегите. Надо сейчас искать... Кабинет начальства. Сейчас будет у тебя иногда будет появляться надпись типа бегите. Тут же было. Ой, так мы тут были.
мешаться. Куда? Давай я смотрю. Так, тут что-то ничего нет. Идем дальше, Олег. Там нет ничего документов. Давай здесь посмотрим. Вдруг здесь что-то будет. А? Олег, давай посмотрим там. Вдруг там что-то будет. Давай посмотрим. О! Ну, давай пролезем. Точняк, я это не заметил. Давай, 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 давай. Что ж ты, я сказал сюда идти. Так, бочка заперта. Походу надо что-то найти. Давай, 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 давай. Так, вот еще бочка. Бочки заперты, походу. Ну-ка, давай-ка вот эту дверь. Кабинет номер 2. Не открывается. А, помоги. Вот так. Ай. Все бочки заперты. Может, надо найти какой-то ключ? Пробуем перепрыгнуть. Оттолкни меня. Давай. Ну вот, хорошо попал. Все, теперь уходим отсюда, да? Знаете, как мне страшно? Подожди, у меня зажигалка не работает. Почему не работает? Все, толкать. Я нашел какую-то бочку и не знаю. Тут нет, нет. Так. Тут походу. Олег, давай-ка и пойдем дальше. Да? Здесь не работает. Подожди. А. Пойдем в кабинет, похоже. А он не работает. Ну, в смысле, он не открывается. Тоже закрыт. Блин, мне кажется, у нас будет скучное видео. Хотя... Как же мне сейчас страхово. Ладно, Олег. Ой, ладно. Я нашел ключ! Паутина! Олег, ты меня слышишь? Я тебя не слышу. Олег, не молчи. Олег, пойдем, это ключ от хранилища документов. Итак, я нашел ключ от хранилища документов. Пойдем искать хранилище документов. Стоп, мы же там были. Пошли. Это кабинет B4. Мы идем или B4. Олег, ищи, ищи. Это кабинет там начальства, а тут недалеко кабинет есть. Начальства. Так. Мы тут были. Это туалет. Пошли рядом. Олег, давай быстрее, быстрее. Кабинет, хранилище документов, уйди. Уйди. А чё, а чё? Вот, всё, открыл. Заходи. Итак, смотри, о! Оторванный кусок бумаги. Так, я нашел. Итак. Оторванный кусок бумаги. Я не знаю, что мне делать. Я уже собирался уходить с работы из-за недавнего инцидента. Но дверь главного выхода была закрыта, а запасной выход завален. Мне кажется, что кто-то наблюдает за мной из темноты и прям ждет, чтобы я в нее зашел. Лампы скоро перестанут работать. Если кто-то читает это, то попрошу тебя, убегай из этого места. И, походу, пацан не успел дочитать. Да. Итак, это help. Кто-то писал help. Бочка заперта. У меня ключ от кабинета В1. Пойдем тогда, уходим отсюда. Стой, а чё это? У тебя ключ. У меня это ключ от хранилища, но не ключ от этой двери. Олег, это у меня 12 паутинок. Кабинет А. У меня 4. Блин, жаль, я не могу за. Подожди, у тебя. У меня ключ. Скинь мне ключ. У меня ключ от хранилища, которое мы сейчас зашли. У меня ключ от В1. В1, а В1 в другом месте. Да, так что пойдем, побежим, найдем. Ладно, погнали. Что-то пока что скучно. Ты пока
Ладно, давай-ка пока найдем P1. Ладно, все, давай-ка будем искать. Олег, хватит паркурить. Не надо нам паркурить. Уйди. Пойдем искать B1. Да хватит. B1 пойдем искать. Бесит, когда вот эти фонарики, это страшно. Так, стой, мы же шли через кабинеты, помнишь? Ага, пойдем, идем. Вот так, здесь. не там, в другом месте. Вот тут. Да, точняк, мы тут ходили. Ты что, реально кабинет B1 не можешь найти? B1. Да какая разница? Блин. Там настораживает место. Олег, ты пойдем в другом месте. Пойдем в другом месте, поищем. Да вон туда идем. Это C3. Я перечитаю, у меня тут еще бумажки, я на этом. Перечитаю по тебе. Ладно, читай. Все, Олег, ты чё на себя наложил? У тебя вот идет пузырики. Я не ложил на себя ничего. Пупырики. Ладно, идем вперед. Не, я реально на себя ничего не ложу. Чё, стоишь? Давай вперед. Ай, не бей. Не бью. Это С2. Нет, С2. Блин, мы чё так... Мы такие тупые. Блин, чё это? Почему двери без названия закрыты? Ну, есть тут такие двери. Блин, ещё покаталось, или там кто-то был в темноте? Точняк не кого. Пойдём сюда, тут поворот налево. А, нет. Нашёл. Вот, B1. Вы... Мы умерли. А, чё, серьёзно? Да. Ваня, мы умерли. А у тебя остался ключ? Каким образом? Да, остался. У меня все осталось. У меня новый ключ. Ключ. Какой? А, это хранилище. Это хранилище. Беги! А! Беги! Вот, я же тебе говорю, вот это вот фигня будет. Беги! Беги быстрей. Олег, быстрей, беги. Беги до Б1. Давай тут. Она сюда не пойдет. Я тут посижу. Интересно, где она? Я здесь. Я в облаках. Ага. Ну ладно. Кадзио, ты где? Какой Кадзио? Бежим, бежим. Не, быстрее, беги. Давай, в прыжку. Кабинет С2, быстрее. С2. Мы вообще не туда бежим. Прикинь, он сейчас за нами бежит. Давай в обратку. Куда бежать? Прикинь, сейчас тупик заберем. Кабинет С3. Да мы обратно бежим. В1. Так, в бочке есть ключ от С1. Ключ от С1. С1, мы же много раз. Олег, быстрее, вперед, побежали. Подожди. Ничего нету. Че, побежали? Погнали. Туда. С1, помним там. Быстрее. С3, быстрее. Давай сюда. С2, быстрее. С2, мы близко. Сюда. 100%. 100% тут где-то. С1. С1, давай быстрее. Привет. Так, выскиваем. Ничего нет. Не, я ничего не нашел. У меня С3. Вот, сломал кружку. Я нашел что-то.
Вспомнить, там был челлендж сломать все кружки. Надо все кружки. Кажется, там еще было в начале кружки. Олег, мы нашли С1. Надо еще что-то искать. Пойдем еще в С1 вернемся, посмотрим, может, там что-то еще есть. Я С3 нашел. Я, значит, С3 нашел. Вперед, вперед, вперед. Быстрее, 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 быстрее. Давай быстрее ломаем. А как ломать? А, вот сломал. Это, наверное... Чё ты нашёл? Чё нашёл? Ключ от С2. Быстрее, это, быстрее, наверное, С2, С2. С2. Что? Ты чё? Чё, кого-то видел? Кого-то видел? Да. Ищем. Ключ от КВ. От кабинет вахтёра. Чётко. Итак, она... Блин, Олег, как ты знаешь, хоррор такой, за 5 рублей. Хоррор за 5 рублей. Носишься, это какой-то бэбр. За тобой какая-то бэбра бежит. Ну, короче, тут был только кабинет вахтёра. Ну, значит, все мы сейчас побежим за кабинет, в кабинет вахтёра. А где он? Подожди, я забыл. Теперь будем еще искать кабинет вахтера, зашибись. Подожди, полон назад. По-моему, много полон назад. Черт. Фига, блин. Все, здесь вот. Блин, что там было? Ключ от В3. В4. Пойдем искать. В4. Кстати, паутину надо собирать. У меня почти. Подожди, о, подожди, еще, еще. Давай. Кажется, там фонарь загорелся. Или он был горел? Где В4? Быстрее, бежим. Чё стоишь-то? Сейчас сожрут. Да, оно в хранилище. Ваня, оно в хранилище. Оно в хранилище. Тут зомби. Давай в туалет забежим, спрячемся. Какой зомби? Оно в хранилище. Ваня, оно в хранилище. Да. Оно в хранилище было. Как оно туда пролезло? Подожди, какой зомби? Ну, вот этот огромный Годзилла в хранилище был. Я не видел. Он был в хранилище документов, я вообще... Это было страшно. То есть, я видел, он побежал сразу за мной. Хватит. Паутин, паутин. Олег, ты где? Выйдет? Я тут наверху. Хоррор будет длинным. Олег, я так обосрался немного. Выйдет? Блин, хорошо. Тут анимация убийц. Убийства нет, это не так страшно делать. Это цель. Что, что тут скримеров? Знаю, скажи спасибо, то, что тут не скримеров. Ну, пока что. Пока что нет. Где В4? В4, я не знаю. В4. Мне ключ от В4. Вижу С2. Беги! Оно сзади оказалось. Оно сзади оказалось, и мы сдохли. Почему-то я чувствовал то, что оно было сзади. Потому что, наверное, оно какие-то звуки сдаёт. А пойдем туда, ну там спавнится, походу. А, да, вон он. Бежи! Да, эй! Да ты... мы вообще-то далеко от него были. В меня что-то летело. А, ну походу, выкидается своими козявками. А, чё-то его тут нету. Беги! Блин! Оно из хранилища выскочило на нас. Оно может в двери проходить. Нет смысла закрываться. Походу сейчас игра накаляется уже. В4. Подожди, надо найти В4. Это единственное, что нам нужно. Почему они мучают нас? Почему? За что? Кажется, мы нашли. В3. Че нашел? Ключ от ящика? От какого ящика? Открывает ящик. Фига. Ключ от ящика. Пойдем тогда, пойдем, где, помнишь, паутина была? Ну, не знаю, это может не от тех ящиков. Ну, давай посмотрим. Вдруг что-то. Я бы что-нибудь посмотрел тут еще. То есть тут не только... Ружек нет, но, к сожалению. Постой, в окно можно смотреть, там вроде нет, но просто... И тут нету. Че? Пойдем к ящикам. Пойдем. Нет.
Мне кажется, просто хоррор в том, то, что мы сейчас зайдем в кабинет начальства, потом мы окажемся на пыточных стульях, вот это бла-бла-бла. Я угадал. Мне кажется, да, но я не знаю. Покинь сейчас снова в хранилище документов. Ну, пойдем. Он в хранилище документов, бежим. А. Спасибо, толкай меня, толкай. Не-не-не-не, Олег. Нет, это не от этих ящиков таки. Не от одного. Не точно подходит. Не от одного? Может быть, это от какого-нибудь сейфа? Не, подожди, Олег, помнишь, там, короче, еще одна была куча ящиков, там тоже было что-то. А, ну да, там были ящики. Давай. Поджопников мне надавал. Так, блин, у меня уже знаешь сколько ключей, знаешь? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, Олег, пойдем искать эти бочки. Блин, у нее... Вот здесь тоже могут быть запертые бочки. Вот в этих... Олег! Может, там тоже были запертые бочки? В кабинете хранилища или где? Вон там. Чняк, но... Да, боюсь, там монстр. Олег, мы пробежали. Здрасте, а монстры. Монстра нет. Олег, вот эта бочка не знаю. Че? Реально, это ключ от В2. А я тебе говорил, а я тебе говорил. Ваня, меньше на злорадство. В2. А, привет. Он прям такой стоял, он ждал его В2. Он вроде не... А, да, он... Кустик, Ваня. Это В3. Спасаемся. А2. Это А2. Блин, я помню, где А1. Это в той... В комнате с ящиками. В комнате хранилища? В1 есть. Подожди, там еще что-то было про В1 написано. Не, мы, по-моему, все Б открыли эти. Там типа сотрудник так, скрип А2. Вроде бы. Блин, я не помню, где А2. Так, давай. Мне кажется, это хоррор хорошо так наберет просмотров. Ну да, согласен. Олег, я так обосрался, когда ты так сделал. Ну, давай вперед. Ну. Это самый долгий ролик на моем канале. Это А1! Вот, открывайся! Ваня! Так у тебя А2. Где-то рядом это моцар, мне стало бегать. А1. Ваня, где-то рядом монстр. Почему? Мне написала беги. Давай смотреть в дверь. Я паутину. Ну, тут пустую. Как по мне, он где-то рядом. Как по мне, я не знаю. Ну иди уже вперед, а. Пора. Но я не хочу. Тут камера стоит. Иди вперед. Где? Это не камера, это вентиляция. Я думаю, это камера. Право. Теперь переходим дорогу. Ага. Давай сюда. Давай. Блин, А2. Подожди, тоже может быть там дверь, помнишь? Это А2. Что? Нашел. Давай, лезь. Давай, быстрее. Итак. А чё не открывается? Вот. Открыл, Олег. Итак, бочка, паутина. Ключи, нет. Ключ от В3. Ключ от В3. О, паутина. Кстати, собираем. У меня уже 49 паутина. О, посмотри, я бумажку нашел. Лист А4. Подожди, можно мне? Ой, как долго читать. Вань, дай, я много читаю.
Итак, прикольно, спасибо. Мне просто лишняя паутина. Итак, лист А4. Запись сотрудника номер 45, Александр Мельник. Я уже устал, честно говоря, работать на моего босса. Дмитрия Дмитриева. Хорошая фамилия. Постоянно делать превью, монтировать видео для него. А он мне платит жалким куском хлеба. Завтра 26.1987 года. Я подаю бумаги на отставку. Посмеюсь я с него, когда он будет пытаться снова монтировать ролики сам. 26 апреля 1987 год. Я уже подал бумаги на увольнение. Сегодня работаю последний день. Умолял меня остаться, но за кусок хлеба. Ой. Ой, в общем, не важно. А со светом что-то не так. Я вернусь к написанию этой бумажки дальше, через 5 минут. Надо выяснить, что происходит. Я вернулся к написанию везде. Вам не передать, везде кровь. И я наткнулся на 3 человек, лежавших в луже. Мне кажется, пора сваливать. Наверняка произошло что-то страшное. Если кто-то это читает, вот, то вы можете находиться в опасности. Немедленно уходите из этого А все. Короче, у меня уже нога затекла. Я все время шевелю ногами. Подожди, у тебя В2, да? Или какая? В3. В3? Да. Зомби нету. Можно выходить. Да почему зомби ты его называешь? Потому что у него скин зомби. Давай, толкай. Хоть не толкать. Олег, подожди, нет! Олег! Так, В3 мы помним где-то. Стой! 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 Олег! Привет! Подожди, у тебя 2 светильника. Да как можно? Нет, у меня... Безумно можно быть мертвым. Новые песни, блин. Мы тут проходим, а мой брат вафли жрет. А, так он все-таки... А, беги! Он там, короче, стоял за коробками, он туда пролез. Он потом просто перепрыгнул через... Да нифига, это, походу, вообще ловкое существо. Олег, беги! Мне написано «беги». Бегу. Фитнес-трек. Я боюсь, я хочу нажать на F5. Опа, бей. За один... Сколько я пробежал уже там? Давай быстрее. Я все. Вань, нельзя. Кабинет начальства! Красавчик. Ну там по-любому сейчас что-нибудь. Надо скример будет так. Или типа анимация какая-нибудь. Ну да, согласен. С анимациями. Слушай, если он сейчас придет, я буду очень рад, потому что он нас съест, то мы сразу там окажем. А, нет, тут, прям тут так. Давай, открывай. Быстрее. Бочка паутина. Вот и сейф, однако, нужно... Вот и сейф, однако. Заебись. Что, хоть ты могу сейф, кстати. Олег, подожди, стой. О. Открывай это А1. Стой, подожди, Олег. Стой, вот тебе паутина. Да что, блин, да почему у меня не сразу работает эта штука? Ладно, все. У меня ключ А1. Где ключ? О, вот, еще бумажка. Я помню, где А1. На случай забытия кода. Он лежит в комнате, которая находится в хранилище документов. Вперед. Хранилище документов, там же комната А1. Точняк. И у нас ключ от А1. Вот это повезло. Главное, чтобы он в хранилище документов. Дай. А ты знаешь, помнишь, когда он в хранилище документов был? Быстрее. Сюда. Он там спавнится. Так, что ты... Кот, наконец-то я могу найти сейф. Кот от сейфа. Ах ты. Я нашел, поднял. Это... Подожди, там я что-то выловил. Зажигалку. Итак. Кот от сейфа. Знаю кот от сейфа, его можно открыть. Очевидно. Чтобы открыть сейф, нужно держать кот в руках и подойти к нему. Подожди, на нем что-то нарисовано, эта карта. Дай мне сюда. Кот 3-4. Дай мне, давай. Подожди, я его веду. Код 3460. 3460.
Олег, возьми светильник. А, точнее. Дай мне тогда... Кстати, я запомнил. 3460. Я запомнил. Я запомнил код. Фу, хорошо, что я сконтрол... 3460, я запомнил. Беги, беги, написано! Я знаю. До какого фига мы уже были? Я уже в кабинете был. Олег, я запомнил его увидел, код. Я побежал. Да не надо, тут, там сказано просто с ним подойти к сейфу, нажать на сейф. Мне кажется, это надо разделить на два. Мне кажется, этот ролик надо разделить. Я обосрался. Итак. О, господи, у меня в экран не помещается. Нет, нужно отвести сейф босса, это последнее что. Значит, быстрее на улицу. Сейф драгоценности. Туда погнали, надо на улицу идти. Бежим. Смотри, светло! Светло уже на улице, я видел. На улице? Да. Туалет. О, фига мы тут. Твою. Как выбраться? Найдите ящик с ломом и вернитесь к разбитой стене. Ящик с ломом? У меня только ключ от Т3, 7. Вот, ключ от ящика! У меня ключ от ящика, им можно открыть запертый ящик хранилища документов. Подожди, так мы же открыли его уже. А, зомби, бежит. Она в хранилище документов, быстрей. А я лучше в кабинет С1 спрячусь. Да эй, мы вообще-то спрятались. Хранилище! Я знаю, что это... Вперед! Я знаю, что в хранилище. Так мы же там открыли уже ящик. Так еще походу есть. Не смотри, тут еще... А, мы все открыли? Ну, конечно, блин. Кабинет открыли? Мне кажется, это вообще не хоррор. Почему? Блин, он опять там. Стой! Мне кажется, он специально там стоит. Hello, baby. Hello, Hello baby. Baby. Ты нормальный. А, он тут. Он реально, он в библиотеке, походу, засел, и он там он специально это делал, чтобы мы не добрались. Мне кажется, он опять съешь меня полностью. Сколько нас можно жрать? Так. Походу у него там... А, у него желудок пустой. Он, видимо, когда ест, то оно все падает, и он не может... Он задолбал. Стой. Ну, уйди. Я не хочу к тебе идти. Стой, я тебя не люблю. Олег, может быть... Я тебя не люблю. Олег, давай творчески решим уже. Не хочу. Хотя не получится. Я тебя не люблю. Ты плохой мальчик. Беги! Он сюда пробрался! Тупорылая фигня! Итак, ответственный. Пойдем в другую сторону, в другую сторону. Ты почему повернул? Не повернул. Ну блин, ты меня нашло. Это очень... Я убегаю. Я просто запомню то, что ты бежишь с С3. Олег! Олег! Ты... О! Олег, включай светильник. Ладно. Олег, ты почему такой быстрый? Блин, а стоп. Олег, да надо в хранилище идти. Честно, я честно не знаю. Хватит. Ну, так он... Итак, мы уже в хранилище документов. И эта тварь уже у нас. Это фигня здесь. И я боюсь. Ничего бояться. Ты чё? Ваня, она там пробежала. Ваня, вон она. Ваня, давай рассмотрим ее поближе. Вань, давай так. Олег, не надо. Где же? Видимо, толстого хижу. Ой, смылся. Желтом рюкзак. Да. Я нашел, Ваня. Давай, открывай. У тебя ключ. Лом. Давай, чё то. Лом. Лом. Все. Берем, сваливаем. Скинь мне лом, пожалуйста. No. У меня достижение, и кирка без дела не ржавеет. Понял? На
дайте по роже. Я её, короче, ударил. Сейчас ты меня ударил. Найдите ящик слома, вернитесь к разбитой стене. Ну вот, мы вернулись. Это может помочь сломать стену. Может ломать синюю керамику. Где-то синяя керамика. Синяя керамика. Ага, давай туалет сейчас сломаем. Сейчас поищу тут вдруг. Пойдем. Так, мы приняли решение найти другую разбитую стену, потому что эта стена была какая-то странная. Она не хотела разбиваться. А вот есть немного стены. Олег, быстрее, беги, беги. Беги. Вперед. Привет. Ищем. Подожди, а что если это вход, где на вахте? На вахте? А что там? Помнишь, вахта, там же двери. А там синяя керамика? Нет? Не думаю, но возможно. Блин, где синяя керамика? Ребята, видите синюю керамику? Нет. Блин, бесит облака. Может, тут где-то в зоне. Блин, у меня облака отображаются, фигово. Подожди. Короче. Так. Да нет, давай ты с разгона не разбежишься. Давай. Разбегись. Да блин, у меня не получилось. Вот, смотри, это, это не синяя или керамика? Где? Ну вот, видишь? Это не синяя. Да блин, дай мне кирку. На ум. Просто он сейчас отображается как кирка. Бери, бери факел, чё стоишь? Зажигалка зипа. Ой. А, я не хочу брать. Не хочешь? Вот. Тогда побежали, побежали. Подожди, подожди. Сейчас. Что? В кабинете этого, как его, начальника, ага, была разбита стенка. Пойдем ее сломаем. Ага. Иногда я читал. В кабинете начальника? Пойдем стенку сломаем. Беги, написано. Ну, видишь? Ура! Мой босс будет доволен. Сейф у меня. Для веселья. Для веселья. Смотри, написано. Вы можете снять видео на YouTube о том, как спидраните карту. Мировой рекорд по прохождению карты. Под каждым таким видео мы будем оставлять комментарии. Спидранить? Спидранить? О, броня. Олег, броня. Один броню. Олег, я нашел бумажку еще. Олег, я нашел пустая кружка. Кофе выпили. А, подожди, ты броню этих? Да там есть. Я понял. Ну вот, ну вот зайди вот эту бочку. Маска грабителя. А это голова ноги. Все, у меня маска грабителя. А, мы же ее носили, помнишь? Ага. А, мы что, в маске грабителя были? Да. Олег, смотри! Эта фигня там сидит. Она теперь не, вообще не атакует. Детальнее. О, кнопка. А, понятно. Больше карт. Больше карт клик. Это ничего не написано. Ну что ж, Олег. Что делать? Кооперативные прятки можно было сыграть. Это какие прятки? Кооперативные. Это как? Когда мы. Я прячусь, а ты ищешь. Вот в этом большом здании. Ага. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Иванушка, и мой друг Олег или Кефир. Называйте хоть как. Говори пока. Пока всем, пока, все, до свидания.